Я на стройплощадке страховой компании «Замок». Я выезжаю. Отнести на верхний этаж? Да, и остальные улики тоже. С красными ящиками поаккуратней, а то на воздух взлетим. Я заберу вещи из фургона и догоню вас. Эй, какого хрена? Я вспомнил о троянском коне Влада. Я пробрался в логово уборщиков в их же фургоне. Они сами сказали, что все улики находятся на верхнем этаже. Он сказал, что заберет свои вещи из фургона и догонит нас. Какие? Красные ящики, про которые говорили уборщики, были контейнерами со взрывчаткой. Под снос, на краю площадки. Иду наверх. Я на другом конце. Попробую вылезти на крышу и осмотреться. Потом. У меня тут небольшая заварушка. До связи. Дважды не повторяю. Вот сукин сын. Лежит рядом с фургоном с пулей во лбу. Слушай, он говорит мне, что я на этой работе новичок и работаю со всеми цветами, кроме зеленого. И что это, черт побери, значит? Может, символизм такой, вроде того, что ты зеленый новичок. Он сказал, что я не использую. Ах,
Огонь! Огонь! Трос! Подозреваемая в убийстве сенатора Гейта сбежала из камеры. Благодаря усилиям бывших в участке полицейских, в результате взрыва никто не пострадал. Но в последовавшей перестрелке погибли двое. Тебя конечно! Тебя не скрыть! Также полиция разыскивает детектива Макса Пейна, который был отстранен от дел. В его отношении ведут расследование. Делайте его! Держи подарок! Ложи! Ты же понимаешь, это типа только через наши трупы. У нас непрошенный гость, а может, и не один. И ни один из них не должен пройти мимо нас живым. Влад сказал, что Ганьити устранял конкурентов. Может, поэтому уборщики напали на мастерскую Влада? В комнате было полным-полно левого оружия. На целую армию хватило бы. Эти парни неплохо закупились на целую армию. Профи, ничего не скажешь. А вот мне так не кажется. И что бы это могло значить? Тебе не скрыться!
это кто были такие? Уборщики сбросили кожу. Это была их территория. Им не нужно было больше маскироваться. Подтверждаю. Как всегда, все, что мне нужно, знали убитые. И не отмалчивались. Наоборот, они были на редкость красноречивы. Только дай им волю, будут говорить без конца. Спать не дадут своими рассказами. Трупы — свидетельство всех преступлений уборщиков. Ответы на все вопросы за месяц не перелопатить. Мона, не думай, что я спятил. Но мне нужно, чтобы ты вызвала сюда полицию. Точно ты спятил. Я же в бегах, Макс. Только что смылась из кутузки. Но мне правда очень... Катись ты. Мона? Черт.